какой ценой устроить быт, о неприятностях забыть, какой ценой купить покой, об этом думаешь порой, какой резон построить дом, купить машину, яхту, дачу, иметь красивую жену и кучу драгоценностей в придачу. А что же дальше, что потом? Не распихаешь это по могилам, уж лучше разбогатеть умом и душу укрепить по нашим силам. И люди реального опасны, обманчивы надежда, суета, и все стремления напрасны. Добиться счастья, не поняв себя, мы входим в этот мир жестокий, свободные, богатые душой, чтобы хранить свои истоки. Подарок это дорогой, дороже ничего на свете быть не может. Все остальное мишура, и вера нам всегда поможет пройти за ним до конца. Пройти экзамен до конца.